Я привет всех на своем канале, с вами Каиса. Я продолжаю проходить третьего Гекса, прототип от 8 февраля 99 года. Мы попробуем осмотреть еще какой-нибудь уровень. Вот это у нас что такое? Гетавни. А, вот, Western Station, A Fistful of Grecos. Это другой of Geckos, это совсем другой уровень. Уничтожить 5 ковбоев, первый пульт. Из пулемета. Да, это вообще, ну, просто такого уровня нигде не видел я. Альтернативный уровень вестерна. Кувшинка ничего не дает. Забавно. Ой-ой-ой. Зачем падать? Не надо падать. Просто скажи, что тут закрыто, и все. Я пойму. Так, что у нас тут такое? Какие-то памятники. Откуда стреляют? Из окна, что ли? О, ты кто? Здорово. А где еще? Курица ничего не дает. Это что за дом? Блин, дай-ка я сохраняться буду. Это что за дом такой? Куда я попал? Вау! Это тут надо телек зажечь? Нифига, я могу лавочки двигать. А зачем? Интересный уровень. Ух, я еще... А, я могу забираться выше. И разбивать здесь какие-то непонятные приспособления. Гробы. А зачем мне разбивать гробы здесь? Так, а тут имеет смысл повыше забираться? Да вроде нет. Ладно, пошли отсюда. Наверное, нам рано еще сюда идти. Так, вот какие-то пулеметы. Полят. Я понял. Здорово. Кувшинка. Ой, это проход куда-то. Ты посмотри, а? Ну, пойдем посмотрим. Нет, нет там прохода никакого. Тут пулеметы. О, кстати. Надо по мишеням пострелять, да? Так, а я могу тут что-то уничтожать, эти пулеметы? Нет? Или он чисто, этот пулемет, создан, чтобы я сбивал мишени? Непонятно. Ты что такое? Так, бочка. Тут какие-то ворота. Здорово. Так, нет, я тут упаду, боюсь. Нет, не упал. Хэнк с Фибл. Что-то тут непонятно. Грамм. Какой-то костер, бочки. Ой, а зачем я бочки-то эти разрушаю? Мне это действительно надо так? Я могу ходить сквозь решетки. Куда я здесь могу ползти? Он не ползет. Я оказался заперт даже, блин. Так, как я это... Тут мушка есть. Он почему-то здесь не ползет. А. Что тут такого? Мушка? Зачем она мне... Ладно, пошли отсюда. Боюсь, что тут не очень хорошее место. Так, мне кажется, я уже что-то прошел. Вот это что? Опа. О, нифига себе, здорово, тут ТВ. Телек с иконкой. Только он уже активен, кстати. Почему-то. О, тут мишени есть. Так, я могу эти мишени поуничтожать, да? Да.
Так, и что мне это дало? Ну, уничтожил я эти мишени. Что мне от этого? Теплее стало, что ли? Ни хрена нету. Тут тоже. О, тут есть крыша, на которую я могу забраться зачем-то. Может, тут есть дымоход? Не пойму я. А тут что? А, тут ты просто падаешь, да, и все. И больше ничего и не происходит. Где Гекс-то? За текстуре уже. Блин, вот нахрена я не сохранился? Теперь упал, хрен найдешь меня. Так, где я сохранялся последний раз? Где-то здесь. А, или я сохранялся? Я сохранялся. Так, ну я тут ничего не вижу больше, кроме телевизора. Куда идти-то? О, ты чё такое? Здорово. Шашлыки жарим. Рычаги какие-то непонятные. Так. Мушки дает собирать. Ну а что из этого? Опа! Что тут такое появилось? А я что, туда не мог пойти, что ли? Я, по-моему, туда и так мог пойти. Понял, заставка не убралась. И что? И что тут такого? Что тут? Очень странно, да? Заставка не убралась. Почему-то. Так, я не пойму. Это такой короткий уровень, да? О, а как мне сюда попадать? Интересно. Так, погодите. Непорядок какой-то произошел. С этой заставкой. Да и рычаги эти непонятные. Давай-ка я сейчас сохранюсь лучше. 20 мушек. Понять, как мне куда-то еще тут можно пройти. А, вот, тут же еще был путь. Я что-то не усмотрел. Так, тут какой-то колодец. Судя по всему, там еще я мушку видел. Ну да. А, тут ползать надо. А чё мы не ползём-то? А вот не хочет он ползать, и всё. Так, тут закрыто. Close. А, нет, тут не закрыто, тут открыто. Мы можем сюда идти. Ещё одна курица. Здесь. Ты чё такое? Ты кто такой? Хрень какая-то. Так, и в кого мне стрелять здесь? О, тут платформа поднимается, опускается, оказывается. Здорово. Еще кувшинка здесь есть. Это тоже работает, что ли? Ну-ка. Тоже работает бар какой-то местный. Ой, это где это я? Где это я? Ты что такое? Ты где? Так, бутылки можно разбить. Давайте разобьем. Зеркало вот только что-то не разбивается.
игрушки какие-то. Спиртное, рояль. Непонятно зачем. Мешки какие-то. Похоже, в карты играют. А, во, мы можем на второй этаж попасть. И что нам это дает? Интересно. О, тут проход какой-то есть. Двери какие-то есть. Давай-ка я сохранюсь. Так, эта дверь не работает. Не работает. Еще кувшинка. Дверь, кажется, бесполезная. Куда все это ведет, интересно? Вау! Люстра? Ни хрена себе. Вот это уровень. Да. Лавочку можно толкать, но зачем? Тут еще куда-то пройти можно. Погодите, а это... Я где? Это другая комната уже, да, получается? Получается, что я тут и не был. Так, тут печка. Это что такое вообще? Еще одна кувшинка. Камин. Так, а как мне попасть вот туда наверх-то? На люстру я хочу. А, вот. На люстре я. Так, теперь я хотел посмотреть, что здесь у нас. Куда это ведет? Охренеть. Тут ключ какой-то, что ли? Че, проход открылся? Погодите, это я где вообще нахожусь-то? Что за место такое? Не помню я такое место. Так, тут еще один пульт. Надо сохраниться. Так, я уже 51 муху даже собрал. Это куда ведет? Куда-то повыше можно забраться. Но тут осторожно, тут. Можно-то можно, но... А зачем мне сюда, на крышу? Зачем? Погодите, я же здесь был. Разве не был? Я просто, наверное, до конца не дошел в прошлый раз. Это же, по сути, то же здание. Или я здесь... А, вот тут это снизу проход, да? Угу. Сюда я заходил. Так, тут у нас что? Непонятно. Кувшин еще. Один. Ой. Это я куда попадаю-то? Ой-ой, не-не-не-не. Оставь меня на земле. Туда мне нельзя, наверное. Ну да, там нет ничего. Так, а где я заходил тогда, вот, в другой раз? Вот тут вот, что ли? Ну, заходил я тут. Что за зеркалом у нас? А, ну то же самое. Поэтому мне за зеркало точно не надо. Так, что-то у меня камера показала, что путь открылся якобы. Так, а вот на эту штуку я не лазил. Ну-ка. Зачем она здесь нужна? Так, постой-ка. Вот это вот зачем? Почему-то не захотел мне ползти. Это крыша, блин. Зачем мне эта крыша? А, вот эти виселицы. Ну-ка. Нет, тут у меня игра зависла. Тут, по-моему, да? Что-то было. Тут были решетки.
Closed закрыто. А, во. Я вот. Я тебя раз не убивал уже, блин. Ушатывал я тебя уже. Так, вот сюда я ходил. Вроде бы. Но до конца ли? А вот не помню. Вроде до конца. Понятно, куда дальше идти. Окей, тут один из телевизоров. Может быть, вот сюда? Delivery Stable. Дай-ка я сохранюсь. Не. Тут Гекс проваливается почему-то. В этом Delivery Stable. Так. Я же помню, что где-то было еще что-то. Это что? А, это начало уровня. Тут один телек был. А, может, я его активировал? Начальный телек? Нет, не активировал его. А как его активировать? Так, это виселица. Не, виселица-то я помню. Тут что-то еще-то есть? Помимо этого всего. Какой-то уровень вообще непонятный. Нет, а где другой-то телек? Может, он в другой стороне? Точнее, не телек, а вот туда, куда я в первый раз пошел, вот. Блин, я не помню это место уже. Может быть, отсюда увижу? Ну-ка, нет, тут виселица. Тут телек. Тут дом. Блин, мне кажется, я отсюда не попаду уже. Надо вспоминать, куда я вообще ходил. Тут клоузер. Нет, точно не сюда. Этот путь я вообще не сразу обнаружил, по-моему. А, может, вот сюда я ходил? Да, вот сюда я ходил. И что тут произошло-то? Тут же нет ничего. Непонятно. Что-то он мне сюда показал, а что? Я не пойму. Уничтожить пятерых. Ну, я уничтожил пятерых. Ладно, судя по всему, мушки я тут точно не насобираю. И эта локация вообще отдельно от всех остальных. Почему-то. Что тут такого? Да ничего тут нету. Недоделан уровень, короче говоря. Что-то, может, и подразумевалось здесь. Но что-то как-то... Так, здесь-то я был, да, в этом баре? Ну да. Тут closed, closed. Вот виселица еще что-то активирует. Точнее, вот эти вот рычаги. Тоже говорит, иди туда. А что там такого? Что тут такого? Что? Я не подозреваю даже. Так, ну я сохранюсь, конечно. Но тут ничего не происходит. Ладно. А телек-то не работает. А почему? Что не так? Триггер Happy Arcade. Потому что тут путь не работает, собственно говоря. Я не знаю, что я с этим могу сделать. Так. Ладно, пойдем в работающий какой-нибудь телек. Как мне вот активировать, например... Например, вот как... Так, ну тут эти пулеметы. Они мне не нужны. Так, это что за дом такой? Сгоревший. В нем я был вообще? Сомневаюсь, что я в нем был.
А тут, кстати, почему-то не прорисованы сразу текстуры. Нет. Тут, может, скамейки надо как-то подвинуть правильно, я не знаю. Так, ну сейчас полный бред, конечно. Да нет, тут я был. Тут. А я сюда не могу пойти. Не могу и все. Так, я на какой-то крыше зачем-то. Сейчас нахожусь. Так, ладно, где тот телек, который работает хотя бы? Понятный уровень. Lock and load, little lizard. Какой это первый я взял, да? Может, я что-нибудь пойму потом. Ох, не знаю, ох, не знаю. Пойдем еще раз посмотрим. Убейте 5 призраков, ковбоев. Так, break into the bank. Blow the safe. Чего надо сделать? Ой, это где такое? Blow up your 6 guns and move them. А я что-то такое вообще не видел. Вы такое видели хоть раз? Банк, говорит. Где же у вас тут банк-то? Так, ну это призраки. Это вообще легко было. Может, вот это банк? National Bank, да. А я что, туда не ходил, что ли, получается? Ну-ка. А, да, действительно, меня здесь не было. Может, все с мушками, не все потеряно. Хотя не. Так, и что тут я должен сделать? Где мне динамит взять? Как это поджечь все? Интересно. Хе-хе-хе-хе-хе. Как это все работает? Не пойму я. Может, я так могу попасть? Нет? Что там в сейфе-то? Да пустота здесь. Я как-то должен это поджечь. Может, толкать что-то можно? Нет? У меня даже мухи такой нету, поджигательной. Вы что, издеваетесь, что ли? Так, может, бочку толкать должен? Хотя тут какая-то люстра есть. А, вон, там муха есть. А как к ней попасть? Мне интересно. А, вот тут типа ползти надо. Но он не ползет. Тут я ничего не могу сделать, он не ползет. Просто не ползет. Так, ну это без проблем. Сейчас подожжем. Только говори, куда стрелять. Понятно, куда стрелять? Где? Откуда гореть? А, может, отсюда? Вот эту бочку. Ну, это что-то тоже неохотно как-то горит. Так что я не знаю. Может, отсюда? О,
хорошо. Так, ну динамит-то тут у нас, поэтому должно вспыхивать. Почему оно не вспыхивает? Ничего. Может, вот этот динамит? Что-то не хочет он вспыхивать. И бочка тут какая-то поломанная, если честно. А, может, в сейф надо? Не понимаю я. Чего надо поджигать? Вот эта кучка меня смущает тоже. Ха. Интересно. Вот этот вот. Брат, что ты мне паришь, а? Что-то я не понимаю, не догоняю. Что тут поджигать им надо? Gun Power 8. Ну а сколько тебе надо вот так вот делать-то? Вот этот динамит. Я не понимаю. О, кстати, а что это за место такое? Понятно, ни хрена. Fantastic. Не, ну ни хрена не понятно. Зачем вот тут вот этот знак? Может, надо прилечь здесь? Вот в ту сторону развернуться. Я не понимаю. Как это поджигается? Так, а где у меня сейф? Блин, а как мне выйти из уровня? Ну-ка, заново. Гетаун. Нет, погодите. Верни меня в меню сначала. Level Select Menu Hub Levels. В первый Warp Room. Не, не в этот. Не в Lake Flash. Хотя не важно. Break Blow the Safe. Используй Gatling Gun 7 мишеней. Надо устранить 7 мишеней. I'm going to find Billy Crystal's smile. 7 мишеней.
Так. Вот одна выходит. Вторая была тут. А чё, я ее не успел устранить, что ли? Так, а у нас что-то есть в той башне, интересно? А, тут ни хрена нету. Так, где у нас еще есть гатлинг? Где он может быть? Вот тут есть. Две мишени, допустим, было уже. А, во! Раз мишень. А где еще-то? Семь, говорит. Ну, три, допустим. Вот. Я нашел уже три мишени. Где-то я еще видел гатлинг. Не могу вспомнить, где. Так, ты, призрак, отстань от меня. А, вспомнил. Где я видел? Отвали нахрен. Тут я еще куда-то должен ползти. И вот сюда. Зачем-то, да? И что? Так. Ну тут виселица. А, вот здесь вот, кажется. А, кстати, а чё ворота не открываются? Я не нажал на кнопку, что ли? А первый раз я их сломал, походу. Да, и у меня сейчас вот эта заставка не исчезла. Так. 4, 5, 6. Где-то еще одна должна быть. А вот где? Это вопрос. Это вопрос. Где еще может быть мишень? Вот, кстати. А, за этот гатлинг я вроде уже садился, нет? Это самый первый был. Так, кто-то меня болит. Не могу понять. Колодец. Да. Этой хренью сейчас играть совсем не в кайф. Почему они не убрались, эти полоски? Так, а где у нас еще пулемет? О, кстати, а вот это что за ключ я брал? Кстати, да. И что? Почему-то он мне показал туда. Так, тут у нас вроде не было пулемета. Я же ничего не путаю. Вроде не было. Это вообще не туда приводит. Конечно, был какой-то еще проход. Но не пойму, куда ты падаешь, Гекко? Вот сюда был проход. А, вот, вот сюда, отсюда я приходил, типа. Пулемет я тут не видел больше. Может, где-то был, конечно. Тут было стекло. О, кстати, я сейчас за стеклом влез. Это я типа погиб, да? Так.
Третья мишень. Так, куда нам дальше-то? Подкова. Зачем это подкова? Это же не ключ. А, во! А что стало с тем телеком? Почему сейчас этот телек мне показали? Да нет, он не активировался. Что у нас здесь такое? Тут крабы какие-то были и все. Интересно. Зачем-то вот здесь вот метка какая-то. Непонятно. Так, ну да. Был еще тут хрен один. Призрак. Как больше я не помню, чтобы можно было куда пойти. Сюда пойти нельзя было. Это смерть. В альтернативный путь тоже. А, нет, сюда можно было пойти. Но тут ничего нету. Дело в том. Так, разыскивается Гекс. Это пулеметы. Зачем они мне нужны? Так, тут тоже непонятно, что за дыра. Сюда пойти не помню. Сейчас проверим. Ну да, сразу смерть. Может, эта бочка здесь неспроста? Да нет. Так, сюда, по-моему, можно пойти было. Тут виселица. Вот сюда, по-моему, нельзя пойти. Но я как-то вошел все-таки. И сюда тоже, да, нельзя. Ну да, тут только упасть можно. Что вот это такое вот? Понятно. Так, вот сюда можно было пойти. А, вот тут у нас что-то еще. Что-то тут еще было. Но. Какой-то ряд бочек зачем-то. Тут зачем-то ползти, зачем-то собирать муху. Не все же ради мухи было тут, правильно? Я не пойму, честно сказать, зачем все это дело, помещение надо было делать. Так, ну это куда ведет? А, ну это опять сюда. Тут у нас есть мишени. Это недостаточно. Точно. В этот же телевизор мы не можем выходить, правильно? Правильно. Потому что он у нас типа не активирован. Куда мы еще можем пойти? Так, тут closet. Closet. А, вот еще какое-то место. Closet тоже написано. Похоже, пойти не можем сюда. Тут еще closet. Вот как вот эту свечку активировать? У меня идей нету.
что надо подорвать, чтобы активировать вот этот сейф. Я уж и так стрелял и по фитилям. Все бесполезно. Оказалось, вот этот надо вот это вот поджечь. Но потом что-то все это как-то не получается у меня тут ничего. Ладно, пошли отсюда нахрен. Из этого банка. Так, мы пришли откуда? Кажется, мы пришли отсюда. Так, ладно, сохраночка. Тут тоже что-то есть, да? Тут непонятно. Тут ни хрена. Вот это что за место? Никуда не ведущая, ведущая смерть. Так, ну тут я уже сбивал мишень, мне кажется. Так, ну да, тут было какое-то место. А, бар. В баре там ничего и не было толком. Это я куда попал? А, тут ничего нету, да? Понятно. Блин, да... Ты охренел, что ли, кусок хрени? Это гробы, что ли? Ну да, зачем мне гробы эти? Сюда, по-моему, была дорога. Да, ну вот пострелять тут не в кого было. Это точно. Сюда дороги не было, вот. Вот в чем дело. Туда была дорога, а сюда дороги не было. О, а тут что? Не было сюда дороги. Да. Весело, весело, весело. Где я еще не бывал? По-моему, везде уже бывал. Где еще пулемет может быть? Это что за место такое? Так, вот зачем вот эта платформа здесь? Объясни мне, игра. Зачем ты поднимаешься, опускаешься мне сюда? Что тут такое? Да ни хрена, тут смерть. 100%. Тут мушки, а зачем? Ох, непонятно, непонятно. Ни хрена. Так, ну, мне кажется, нет еще стольких мишеней, чтобы идти сюда. Ну да. Ладно, не знаю, что я с этим уровнем делать. Такой какой-то непонятный уровень. Ладно, будем тогда заканчивать его. Я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующем уровне. Всем пока.